Что такое молодость? Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития России. Как отметили День молодежи в Славянске на Кубани, смотрите в материале моих коллег. «Молод всегда» – под таким названием проходит День молодежи в 5 городах края. Слоган проекта – «Это твой креативный, спортивный, здоровый, лучший день». Сегодня у славянской молодежи был насыщенный день. Они соревновались в фестивале рэперов, участвовали в спортивных соревнованиях и сплавлялись по реке. Буквально через несколько минут состоится торжественная часть главного праздника молодежи всей страны. В этом году организаторы праздника Департамент молодежной политики добавили в сценарий немного креатива. Для жителей города и района была подготовлена насыщенная программа с участием молодежных объединений, спортсменов и музыкантов. К тому же в этом году Славянский район встретил гостей из 6 муниципальных образований Краснодарского края. Молодость – чудесный, полный надежд и поисков период в жизни каждого. На театральной площади Славянска на Кубани было на что посмотреть и где себя показать. В 7 часов вечера начали свою работу интерактивные площадки. Фронтовой привал – эту площадку подготовила молодежь Темрюкского и Северского районов. Не случайно они представили экспозицию в стиле времен Великой Отечественной войны. Тем самым ребята отдают дань уважения ветеранам, которые сражались за свободу, за победу. У нас представлена здесь экспозиция «Военный блиндаж», «Отдых солдат», «Привал», в общем, такой. Что еще? Еще у нас сегодня здесь девочки-летчицы, которые представляют Таманский полк авиационный, который во время войны немцы называли «ночные ведьмы». Так что сегодня мы ночные ведьмочки, солдаты, которые тоже отдыхают на привале. Экспозиция, можно прийти пофотографироваться, провести с нами время, попеть песни под баян, либо под гитару. Песни военных лет. Тут же работала выставка «Машина деда» от ретро-старины до наномобиля, где были представлены ретро-мобили, современные тюнингованные автомобили, мини-картинги. В рамках интерактивных площадок на главной площади города разгуливали арт-объекты в виде 3 живых костюмов героев мультфильма «Трансформеры». Такая идея разнообразить праздник всем пришлась по вкусу. Сегодня у каждого молодого человека, проживающего на Кубани, есть много возможностей реализовать себя, получить достойное образование, найти работу или открыть свой бизнес. И все это благодаря поддержке администрации Краснодарского края. Торжественная часть мероприятия началась с видеообращения к молодежи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Чтобы наш край стал лучше, мы каждый день делаем больше, чем вчера, больше, чем делают другие. И я хочу, чтобы вы тоже сделали это правило своим жизненным кредом. Никогда не сдавайтесь, будьте дерзкими и смелыми, занимайтесь спортом, бросайте вызов судьбе, верьте в свою мечту и, невзирая ни на что, идите вперед, к счастью, успеху и любви. Вперед, молодежь, к новым победам, с праздником! Поздравить молодежь с их, так сказать, профессиональным праздником на театральную площадь пришел глава Славянского района Роман Синеговский, а также главы, которые в этот день приехали в гости из других муниципальных образований. Я уверен, что все сегодня получили массу удовольствий, потому что молодежь Кубани – это самая классная молодежь нашей страны. Правда? Дорогие ребята, я хочу, чтобы вы все оставались такими продвинутыми, умными, креативными. Вы нас радуете, мы вами гордимся. Я хотел вам пожелать успехов, удачи и всего самого-самого доброго. Мы сегодня пообщались и тоже вернулись в прошлое. Мы же тоже молодые, правильно? Праздником, дорогие друзья! Для молодежи Славянского района был подготовлен большой праздничный концерт. На сцену выходили самые лучшие творческие коллективы. Зажигательные танцы, песни, шутки. В течение нескольких часов на театральной площади царила атмосфера беззаботной молодости и задора. Безусловно, этот праздник несет веселье и радость. И не только молодым. Для взрослых это возможность вспомнить себя в юности. День показания своих возможностей, своих талантов. День молодежи, то есть молодежь должна все праздновать. Больше у нас населения молодежи. То есть, ну, праздник отличный, народу много. То есть вообще отличное настроение. Вообще все нравится. Ну,
для меня этот день означает то, что молодежь все-таки что-то значит для взрослых людей, то, что они ей все равно гордятся. И я надеюсь, то, что когда у меня будут дети, так как я жената, то, что ими тоже будут гордиться. Молодежь принимает активное участие в жизни своих городов и районов. Наиболее ярких представителей молодежного движения отметили почетными грамотами и подарками. Лидером ученического самоуправления была признана Анна Мятиш из Красноармейского района. В краевом конкурсе «Молодожены» в номинации «Смысл жизни» победила семья Диденко из Славянского района. Праздничный концерт продолжался до позднего вечера. Настоящим подарком от губернатора Кубани для зрителей стало выступление краснодарской рок-группы «Ванила Джем». Завершилось мероприятие на Театральной площади праздничным фейерверком. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».